Добрый день, Андрей Шалыгин, National Explorer, и мы с вами сегодня поговорим о рогаточных охотничьих и комплексах выживания на основе рогаток Bear Hunter, Wolf Hunter и Pocket Shot. Но это наиболее употребимые рогатки, в общем-то, которые используются в наших комплексах выживания, которые, ну, в конечном счете могут, ну вот как у меня вот здесь, вот допустим, сразу три разных вида находятся специальные сумки, там здесь могут находиться там и вот какие-то кейсы с бродхедами, да, вот. И сама рогатка там, да, допустим, вот Bear Hunter, самая большая рогатка, раскладная с упором, вот, и, допустим, ну, в виде каких-то запчастей даже засунутая для быстрой сборки, для показа рогатка типа Pocket Shot. Ну, в конечном счете все эти комплексы, они, конечно, у нас упакованы в соответствующие вот подсумки. Ну, вот, допустим, это Bear Hunter, Wolf Hunter Predator, 8500 он у нас стоит, но комплекс на основе подсумка NATO Moly CP Camo, то есть он вот подходит, допустим, к наиболее распространенному виду экипировки. Если мы говорим о том, что, в общем-то, как его с собой носить в качестве комплекса выживания, предназначенного для того, чтобы охотник, рыболов, турист, путешественник мог в любое время воспользоваться им как аварийным комплектом, который позволяет вам добывать, соответственно, вот, и пропитание, и огонь, и, соответственно, добычу, вот, и воду в любой условии, в любых условиях обстановки, потому что там предусмотрены все необходимые элементы, в том числе даже вложенная инструкция там в комплексах, где они комплектуются ножами Bear Grylls. Вот, там находится инструкция по выживанию. Ну, а мы-то, собственно говоря, сегодня рассмотрим только основной боевой элемент этих комплексов. Это арчери рогатки. Именно вот в первую очередь, именно в диапазоне их применения, как арчери товаров. Ну, если вы, собственно говоря, там, допустим, комплектуете какой-то свой набор выживания, там, да, который собираетесь там куда-то, допустим, носить, то вот я вам покажу мой, допустим, там рюкзачок, там, да, какой рюкзак. Вот, каждый из которых, ну, это специальное теплоизолирующее, соответственно, покрытие, камуфлирующее. Ну, дальше весь этот рюкзак тут упакован, у него со всех, здесь для бутылки для воды, вот это самое, пилы, ножовки, топоры, страховочные фалы. Вот, запасные ножи, ну, в общем, стропы и полный комплект там находится всего, что нужно. В том числе сбоку находится вот мобильный подсумок, который всегда намолен, ну, если его рвануть, он останется с вами в руках. В любой ситуации можно это отсоединить, повесить и автономно быстро двигаться, имея в этом подсумке там, в принципе, все элементы, которые необходимы. Ну, тут и аварийная капсула, и 14 в одном компактный набор выживания, ну и в том числе здесь набор гарпунов, там тактический там карандаш для ведения записи всепогодной, там, ну, куча всего прочего. В том числе, ну, вот в этом комплексе находятся две рогатки из раздела Wolf Hunter. Одна, значит, здесь, соответственно, в арчере вязки уже с поставленным бисквитом, да, с вискер-бисквитом, да, но это стандартная рогатка Wolf Hunter. Ну, единственное, что на ней поставлены арчери-вязка из паракорда и зеленые усиленные тяжи. Вот. Вот эту рогаточку мы с вами сейчас бродхеды вынем, эту рогаточку сюда засунем. Вот. И вот. Ну, здесь, соответственно, 2-миллиметровый паракорд, чтобы гарпуны привязывать. И сразу рогатка с кожанкой. То есть я ношу, как правило, на каждом рюкзаке две рогатки. Одна, которая стреляет вот с кожанкой, вторая рогатка, которая уже установлена для стрельбы с арчери-вязкой. Ну, мы вот сейчас вот
как бы рассмотрим. Ну, все рюкзаки, которые... Все рюкзаки, которые с собой, соответственно, берутся там, да, куда-то, они все, соответственно, комплектуются такими же китами, да. Вот. Ну, естественно, у всех есть, соответственно, вот эти снаряжения, но они однотипно достаточно заряжены, ну и за исключением, что, конечно, там, ну, каждый себе убирает там топор, дополнительные элементы там, да, вот, и наполнение, в том числе, ну, здесь вот сверхкомпактная лопата лежит, мультитул тоже такой. Вот. Ну, это экспедиционное снаряжение, соответственно, на двоих здесь. Вот. Сделано. Вот, поэтому оно вот в таком виде. Ну, то есть вы представляете, что это, в общем-то, в конце концов, некий набор, который легко отцыковывается, легко с вами носится. В общем-то, и мы, собственно говоря, из него сегодня, ну, их больше 12 видов на сегодняшний день в наличии, в продаже, для всех условий среды. Ну и, соответственно, мы сегодня рассмотрим из них там вот арчери-рогатки, которые мы уже испытывали много раз, там и по металлическим листам, там, да, и по пластикам, и по имитаторам мяса, собственно говоря, да. Ну, сегодня просто рассмотрим применение именно стрел из арчери-рогаток, которые, конечно, в отдельном видео у нас уже были, но мы сегодня вот об этом вам напомним. Если вы в арчере виде собираете рогатку покетшот, то, собственно говоря, здесь есть там несколько способов, там, как бы, позволяющих там делать фабричную сборку, да, ну, когда вы дома там приклеиваете или каким-то любым другим способом, соответственно, устанавливаете кнопку вискер-бисквит, вот, полку вискер-бисквит. Ну, а есть, в общем-то, способы, которые позволяют достаточно быстро привести эту рогатку в боевое положение из полностью разукомплектованного состояния. Да, вот мы сняли, поставили, соответственно, и зажали сюда стрельбовую манжету, да. Вот, берем полку там вискер-бисквит, она по размеру совершенно четко совпадает вот с диаметром вот этой резьбы. Ее по-хорошему сюда, на эту резьбу, вот можно как бы приклеить там или еще каким-то другим способом установить. Но вы знаете, вообще во многих случаях, вот там, да, особенно в армии это всем известно, там, да, о том, что, ну, вообще, как бы, ничего лучше там, чем черная или синяя изолента, его не существует для крепления ничего никуда, потому что это, как бы, достаточно быстро закрепляется, вот, не требует никаких внесения конструктивных изменений в конструкцию каких-либо элементов, достаточно крепко держится, в случае чего под ваши нужды там и какие-то, в общем-то, изменения в прикладке, приладке и еще чем-то, вот, заменяется, но не требует этот способ там никаких инструментов там, я не знаю, плоскогубцев там, отверток, еще чего-то там, да. И вот на этом, как бы, все, да, вот, раз, вот, то есть это самый простой способ крепления там полки вискер-бисквит вот к этой штуке, если вы стреляли шариками, а вот хотите, как бы, теперь стрелять стрелами. Вот теперь берем, соответственно, любую обычную арчери-стрелу, специально ли сделанную, либо подготовленную, убираете ее, вот этот ног, убираете, да? Берете ту же самую черную изоленту, и делаете ей в конце вот такой, скажем, там,
завальцовку, нок-бабышку, скажем так, да? Вот, для чего это надо? Ну, это нужно для двух вещей. Во-первых, это создает некую заднюю часть у стрелы, которая вот этому шафту, который торчит достаточно острый, она ему позволяет там не резать сзади вот резиновый карман. Вот, да, во-первых. Во-вторых, это вам позволяет достаточно четко фиксировать стрелу в руке через вот этот резиновый карманчик, да, ну то есть позволяет удобно хвататься. Это удобный хват за кончик стрелы. Ну вот такую вот штуковину на стреле делаете. Вот, все, теперь здесь задний край, он достаточно мягкий, карбоновая часть этого шафта наружу не торчит. Ну, вы, конечно, можете там и деревянные стрелы использовать, или еще какие-то, или с навичными гарпунами, там, с невозвратом для боуфишинга, что хотите. Вот, ну, я как бы показываю самый простейший вариант. Вот, и есть за что хватиться, и, в общем-то, ничего не режет. Соответственно, на стрелы, которые предназначены для стрельбы там по дичи, по какой-то, вот, на них нужно устанавливать бродхеды вместо спортивного наконечника. Вот, стрела сюда обычно вставляется вот через вискер-бисквит. Вот через эту штуку, которая у нас здесь получается в качестве визира, мы можем прицеливаться, если у нас идет стрельба на большие расстояния, да, какие? Вы там, конечно, должны потренироваться в попадании там некоторое время, да? Ну, по крайней мере, это достаточно сносно, в общем-то, позволяет решать какие-то проблемы с пуском стрел и соперничает вполне с самодельными луками, которые вы там можете для выживания себе городить. Ну, вообще, этот навык там за одно занятие это вырабатывает, конечно. Ну, надо потренироваться, чтобы попадать. Ну, надо немножко потренироваться, чтобы попадать из этой рогатки, конечно. Сейчас выстрелим по центру, потом постреляем чуть влево, ну, чтобы было видно, что не случайное попадание. Навык надо вырабатывать. Ну вот, попадание по центру. Ну сейчас влево постреляем, да? Ну, для того, чтобы было понятно, что не случайная стрельба.
Ну, сейчас отойдем чуть-чуть подальше. Ну, вот это уже какая-то лучная дистанция. В общем, понятно, что тут ничего сложного нет. В общем, понятно, что тут ничего такого сложного нет. В общем, понятно, что тут ничего такого сложного нет, да? В общем, понятно, что тут ничего такого сложного нет. Я почему из лука, из рогатки по левой стреляю? Ну, центр у меня уже набит, поэтому, чтобы мишень не изнашивать. Ну, в общем, вполне рабочий стрельбовой инструмент, который мы, собственно говоря, с вами собрали тут за 2 минуты, даже меньше, из карманных запчастей, которые вот как они идут. Да? Ну, тут вполне, в общем-то, просто понятно. Тут сейчас померим. Ну, почти 11 метров здесь, так что, в общем, на 10 метров она прицельно-то, в общем, в такую поверхность позволяет стрелять даже после первой тренировки. Да, вот я до этого вообще из этой рогатки там не стрелял. Ну, только разрубежные ролики вам ставил, показывал, как люди стреляют там на 20, на 30 метров там, да, из нее. Ну, утверждают, что спокойно попадают и на 40 метров. Да, ну, кто не верит, смотрите их ролики. Ну, переходим к следующей рогатке.
рогатки Wolf Hunter, да, которые вы можете сами сделать с арчери-вязкой, можете сделать так же, как для Pocket Shot, здесь навивку, обычную кожанку оставить, чтобы стрелять там, собственно говоря, и камнями, и стрелами, и гравием, и шариками попеременно. Вот. Ну, а можете сделать арчери-вязку, если вы постоянно стреляете стрелами. Но стрелами можно стрелять с ноком и с кожанкой, и с прощой, которая сделана под заряд дроби, чтобы туда несколько, собственно говоря, дробин насыпать. Ну, и здесь уже полка вискер-бисквит, которая позволяет делать вам достаточно большой вытяг, да, собственно говоря. Соответственно, из этой рогатки я вам показывал, как я из нее стреляю, в общем-то, и на 40 метров, да, поэтому, ну, точность попадания здесь намного выше, вот, соответственно, и больше развиваемое усилие. Если вы по направлению, то в принципе можете стрелять достаточно точно, то по высоте это все зависит от того, насколько стандартизирован у вас вот вытяг, да, из этой рогатки. Пробивающая способность, соответственно, у нее ничем не отличается от традиционных рекурсивных луков. Ну, вы легко можете переносить огонь там с одной точки на вторую, вот даже на таких удалениях на этой мишени, потому что, в принципе, там селективно-избирательное прицеливание у нее достаточно. Да? Поэтому тут, в принципе, тоже, в общем, все ясно, да? Вот. Ну, это я не особо вытягивался не до конца, но это уже вот говорит о том, что спинорезину, скажем так, Archery Leaf 10 сантиметров, ну, чуть побольше даже, вот, ну, это считайте 20 сантиметров звери. Ну, если с бродхедом, то этого хватит, в общем-то, любому зверю, там, да? Ну, собственно, с рогатками Bear Hunter, да, которые также имеют версию вот, одинаковую по закреплению, расположению тяжей, так же, как у Wolf Hunter, у них вискер-бисквит устанавливается вот сюда, ну, так же, как здесь специальное отверстие, регулируется он по высоте. Вот. Ну, здесь рогатка с упором, что позволяет достаточно жестко держать его в левой руке. Рогатка не ходит туда-сюда, более точнее попадание. Ну, и, соответственно, здесь можно ставить до 12 тяжей одновременно. То есть, я-то вам показал вот обычную 6-тяжевую версию там, да? Вот. Что здесь у нас? Сюда ставятся болтовые тяжи, тоже 2 на 3 получается, соответственно 12 тяжей, а можно поставить вот те, которые идут в комплекте, четверные, тогда получается соответственно 10 тяжей одновременно. То есть мы сейчас смотрели стрельбу в самом, скажем так, мягком, щадящем варианте. Вот. Ну, по стрельбе по мишени, стрельба из этой рогатки и из этой, в общем-то, ничем не отличается, за исключением того, что
здесь-то точность-то, собственно говоря, будет гораздо выше, потому что нет вот этого хождения руки туда-сюда обратно. Рогатка фиксируется на руке за счет вот этого упора, да, который ложится вам на руку, и нет вот назад постоянной сдачи за счет руки и изгиба. Вот прямо держите руку, и, соответственно, рогатка стоит жестко. Поэтому из этой рогатки точно всегда выше, да, поэтому, соответственно, 20-25 метров – это для нее совершенно нормальная дистанция, а это значит, что это совершенно компактный заменитель лука, да, она складывается, убирается в любой карман, вот, и все там, да. Браконьер не браконьер, а вот для выживания вещь-то незаменимая. Поэтому комплексы выживания CSNEC National Explorer, 12 разновидностей, на любую природу, на любую погоду, на любые условия, включая специализированные комплексы для боуфишинга. Ссылки смотрите под данным видео.